Мы приехали на океан, сейчас позавтракаем, отвезли нашего Тимофея. Мама, скажи привет. Привет всем. Отвезли нашего Тимофея в школу, вот, теперь решили подкрепиться. Пока в машине, сейчас выйдем, покажу все ближе. Вот люди плавают. Вон они плавают. Плавают, бегают, занимаются спортом. Молодцы. И всегда есть на пляжах вот такие бассейны с морской водой. Красиво. Ну, они все время такие грязноватые, но это же океан, ничего такого. Мам, нам надо было тоже купальники взять. Ага, что-то не подумали. Может быть, завтра сходим. Вот кафешка. Сейчас мы туда пойдем. Я там, вот смотри. Вон мы сидим. А, ой, да, здорово, а что там зеркало? Там зеркало оказалось. И народу никого. Понедельник. Выходные тут очередь всегда. Вот там наша девочка. Да, океан красиво отражается, солнышко в нем. А как здесь пахнет, невозможно передать. Воздух такой солоноватый, свежий, прекрасный запах. Ну вот, принесли нам кофеек, я пью. Черный кофе, он здесь называется Long Black, со льдом. Мне нравится, когда лето, пить со льдом кофе. А мама пьет всегда, везде. Что ты пьешь? Капучино. Капучино. Обожаю пеночку на нем. Пенку. Верхнюю, такую воздушную. В Австралии вообще очень вкусный кофе. Да. Утверждаю. А у меня вот такая штучка. Eggs on toast, poached eggs. It's for me. Yeah. And thank you. Banana bread. Yeah. That's everything. Yes. Enjoy. Thank you so much. Thank you. Ну что ж, принесли нашу еду. Все просто. У меня poached egg. Как это называется? Яйца в мешочках. Мешочки. И вот этот хлеб, я говорила, это саудо называется. Он на дрожжах. Но он бесподобный, он такой с кислинкой, очень вкусный, вот прям с яичком, кофеек, это самая вкуснота. А у мамы банановый хлеб, ну покрути тарелочку, банановый хлеб, и я так думаю, это арахисовое масло, ну или что это такое. Ну что, мороженка? Не мороженка, нет. Нет, что-то да. А ты хотела мороженку? Нет. Я люблю банановый хлеб. Вот такие порции. Конечно, я съем, наверное, один кусочек. Как пойдет. Мама доест. А мама, видимо, съест все. Не знаю, очень сладкий банановый хлеб. Не очень. А у тебя вон ножик. Класс? Мой любимый момент, когда вот так яйцо. Класс. Вот. А вот здесь пишут время, пишут температура воды. Вот температура воды 19 градусов, чтобы вы понимали, это очень холодно. И сегодняшняя погода 27 градусов, солнце. Ну, на самом деле до 30 сегодня, я думаю, дойдет. Но вода в океане холодная. Поэтому, когда я пишу, что холодно купаться, это действительно очень холодно. У меня муж, например, вообще не плавает, потому что не любит такую холодную воду. А мы плаваем.
Иногда. Попытаемся. Мы завтра пойдем. Хотим пойти. А сегодня мы что-то, да. Море, океан. Посмотрите, какие волны. Сниму себя на фоне воды. Ароматы здесь. Пойду к птичкам. Мам, стой аккуратно. Мама на обрыве. И вот они, красавцы, сидят. Сидят птички. Мошки. Мошеньки. Я не буду близко подходить, чтобы их не спугнуть. Пусть посидят. Ку-ку, пойдем? Ну вот мы пришли в очередной магазин винтажный, мы смотрим для работы. Он такой красивый, этот магазин. В Сиднее много красивых магазинов винтажных. Что покажу вам, что нам понравилось. Ну, мне вот как бы все нравится, но я люблю сочетать вот такие винтажные вещи с чем-то ультрасовременным, тогда как бы это работает. Когда все такое винтажное, нет, это не моя чашка чая, но когда это с душой и с умом сочетаемо чем-то современным, то это хорошо. Смотрите, какой крест классный. Ну, я люблю странные вещи в интерьере, когда вроде обычный интерьер, но в нем присутствует какая-то вообще очень странная вещь. Тогда это смотрится. Происходит вот этот вау-эффект. Ну, я обожаю эти магазины. Надеюсь, вам понравится. Это в моем влоге. Ну, тут много. Здесь мебель и для, как бы, садовая есть. Но есть мебель для домов внутри. Ну, этот классный магазин. Я здесь первый раз. Я приятно удивлена, очень хороший продавец. Все нам показал, рассказал. Оля, скорее. Оля. Это кошмар. Что это? Это сауна. Это сауна. Ну все, вылезай оттуда. Ты девчонки сейчас вон тоже смотри хотят. Кошмар. И как там париться? Там пар идет внутрь, ты сидишь. Там какой-то этот, как это называется? Саркофаг. Ой, тоже вот он, фишмаркет.
Здесь всегда очень много народу. Лобстеры. Какие штуки тоже продаются. Устрицы. Он чистит, моет. Вот они. За дюжину, за 10, 22 доллара. Но они прям свежайшие. Можно кофе попить, тоже вон пацан, и хлеб, и много народа. Ну вот мы взяли два пива, тоже так жарко. Вот такой набор суши, вот этих кальмаров. Октопус. Октопус по-русски. Осьминог. Ну вот так все сидят и кушают. 7 дней в неделю не прекращаю, мне кажется. Но если у вас есть яхта, вы можете прямо на яхте сюда подплыть и тоже все купить и покушать на яхте. Вполне романтично. Тут чистенько так. Тут они убираются, все красиво. Но есть в этом что-то такое. Мы уже приехали домой, забрали сына из школы. Я как трубочист, вот с таким лицом. Но раз это влог, я вам все покажу. Это кофейная маска Перикон MD. У меня был маленький пробник, два даже пробника. Мне она очень нравится. Я, наверное, куплю себе большой размер. Лицо, конечно, после нее классное. Напитанное, увлажненное. И такой легкий оттенок загара приобретает естественным путем, то есть за счет кофе, кофейных зерен, оно чуть-чуть такое вот становится загорелое. Ну вот, когда я дома в ней хожу, выглядит страшно. Ну, так как у нас влог, я вам показываю все. Сейчас ее смою, потом накрашусь и буду собираться к друзьям, все вам покажу. Маску смыла, лицо такое гладенькое, напитанное, мне нравится. И сейчас нанесу вот этот тоник. Тоник-эмульсия, потом этот легкий лосьон. Ну и для кожи век у меня сейчас вот это супер айс серум с ретинолом, но мне она не очень нравится, что-то как-то никак. Мне если не нравится, то я тогда пользуюсь просто вот этим же кремом под глаза. Он вообще прекрасный, универсальный, для всего подходит. Вот я накрасилась, у меня получился такой макияж без макияжа, ну только вот тени и помада, да. Сейчас я вам покажу, чем я красилась, не стала ничего снимать, потому что, ну, снимать особо было нечего. Но вот тени такие они. Ну, захотелось мне сегодня такого золотого оттенка на глазах. Сейчас покажу, чем я пользовалась. Может быть, кому-то приглянутся эти продукты. Так, вот мой макияж. Праймер Тачи Силк Канва. Шелковая канва. Вот набирается он вот такой лопаточкой. И распределяется по лицу. Видите, как я его люблю, уже практически ничего не осталось, он бесподобен. Он бесподобен как самостоятельный продукт, так и для каких-то тональных основ. Тональный крем, я не знаю, можно ли его назвать тональным, потому что он, собственно, ничего особенного не перекрывает. Это Перикон MD No Makeup Foundation, у меня уже вот почти он заканчивается. Это летний такой хороший вариант с SPF 30, мне нравится его покрытие. Дальше. Вот эта троечка от Шанель я использовала как румяна, вот этот красный сектор. Тушь рекомендую Hourglass, у меня вот такой пробник. Какая-то, как она называется? Extreme Lash Mascara. Бесподобная. Разглаживает ресницы, не склеивает, разглаживает. Не знаю, если можно их разгладить. И вот эти тени золотые Шанель, вы видели на глазах, они вот прям как фольга смотрится, мне не очень нравится. Помада Шантекаль, вот в таком красном оттенке, который называется Тюлип. Она очень приятно наносится, увлажняет губы, но она, к сожалению, не очень стойкая, ну, закрою. Кому нужна стойкость сейчас? Ну, как бы, если вы любите стойкие помады, она, скорее всего, вам не подойдет. Но для любителей комфортных помад, увлажняющих, таких вот питательных, я рекомендую Шантекаль. Вообще прекрасная марка. Аромат я вот посмотрела все полочки.
полочка. Там вот еще полочка. Ля-ля. Покажу вам. У меня такое черное платье простое. А, думала сначала Миську от Шанель. Что-то не хочется пудровости. Решила Дэн Лепо от Луи Виттон. Я его обожаю. Мне кажется, он сейчас так на вечер. В самый раз. Красавчик. Красавчик. Очень люблю дизайн. Люблю эту колбочку. Ах, пузырьки. Хороший свет, хороший. Свет хороший. Ловим свет. Ой, там цветы такие красивые. Цветы мы сейчас до них дойдем. Хорошо. До них дойдем. А куда, Вик, мы идем? Куда нас ведут, точнее? Мы пойдем это. Ля-ля, ну я поняла, ля-ля, куда? Смотри, как красиво. Да, так вот у нас красиво у нас. Ароматно. Да, да, красиво. Кстати, вот из этих вот Фрида получается. Да, она ходит и собирает цветы на районе, делает Фриду. Я гуляю по району. То вот такой район, тут бутики. Вот это и... зал. Ну, мы еще сюда придем. Да, Миссипи, кафешки, а мы идем вот сюда в паб. Макс Мара, Викен. Ну, такой. И шабака. Шабака. Этот же кот свинюшки. Мой кот. Вино и пиво. Вот такое шардоне. Вино и пиво. День чудесный. Ну все, мы уже идем за нашим, ребенком. Викулька идут. Я иду домой. Баньки. Все магазины закрыты. Бары, рестораны, как говорит мой Тим, закрыты. Мы посидели хорошо. Цветы сюда пристроила я. Ну как? Кась. Ну вот магазины наши. А у нас же китайский Новый год. Да, ну китайский Новый год, он везде, кстати. Год свинюшки справляют активно везде. Mm-hmm. Ну, не знаю, я такую обувь не очень. Mm-mm. Пойдем дальше. Да. Вообще что-то надо такое. Я уже после Ленчика все практичное и... Харлан Теодор. Это австралийский дизайн. Австралийский дизайн такой, ну, сдержанный, да, скажем так? Да. Вот у них в этом... Всегда у них что-то под винтаж, что-то сдержанное, что-то такое. Ну вот, посмотри. Вот видишь? Вот, кстати, вот, красивое винтаж, платье. И вот, видишь? Ой, кстати, вот. Симпатично тебе пойдет. Блузка. Мне, кстати, вот это тоже нравится. Но вот, ну, на что это? Но мне вот это пойдет. Да. Тебе вот это. Ну, Карлан Теодор. Как-то вот так. Пойдем. И вот, вот наш любимый не дерево, косметика, парфюмерия, Мекка. Слушай, а ты видела новый Нарс вышел какой-то? Надо попробовать. Вот она, Меккочка закрыта. Нарсик. Новый, ну, какой-то фаундейшн вышел Нарс. Фаундейшн? Да, надо попробовать. Они прислали, сейчас представили. У Нарс хорошие фаундейшены, у Нарс очень хорошие помадки, вот Вика пользуется, которыми. И вот карандаши для глаз. Вот эти толстые помадки. И для и карандаши такие же толстенькие, они, конечно. А так, все. Вестак от Мекка. Вестак от Мекка. Ля-ля. Что же, мы уже дома. И вот хотели посмотреть такой сериал, новый, по Netflix. Russian Doll, сериал про Аллу Пугачёву. Это, конечно, не про Аллу, такой день сурка. Ну, не знаю, посмотрим. Актриса, мне это очень нравится. Что, я уже в ванной. Наверное, сегодня нанесу вот эту маску ночную Anti-Age и Lifting Effect. Она у меня в таком пробнике. Когда-нибудь, наверное, куплю себе полноразмерный формат.
Ну, пока дорого. Ну, мне она нравится. Мне она нравится, она прекрасная. Сегодня у меня очень болела голова опять. Конечно, тут не буду снимать свое лицо, устала. Так что вот на ночь такая маска. Ну что ж, заключительная часть моего блога уже в кровати. Немножко книги. Это «Маленькая жизнь». Я ее начала недавно читать. Мне пока нравится. Ну, внушительная, конечно, книга. Посмотрите. Не знаю, но захватывающая. И крем «Лилаба» для рук. Поставила его сюда, потому что все время забываем им пользоваться. На ночь он, конечно, прекрасный. Очень хорошо пахнет. Нам нравится. Ну что же, всем спокойной ночи. У нас уже спокойной ночи, у нас ночь. Рада, что вы провели со мной сегодня весь день. Получился такой интересный у меня эксперимент. Целый день, то есть я снимала, у меня один раз даже села батарейка. Ну, это было здорово. Все, с вами была Аленка Блок. Чао-чао. Пока-пока.